Саженцы гортензии крупнолистовой Адрия Блю, хидранжа макрофила Эдрия Блю, хорошо приживутся в плодородных теплых почвах, им нужен дренаж и температурный режим до минус 18 градусов. Не переносят известкованных удобрений и любят влагу. Цветки крупные ярко-голубые, до 30 см в диаметре, собраны в плотные шаровидные соцветия. Кислотность почвы напрямую влияет на оттенок цветов, поэтому можно поэкспериментировать с удобрениями. Кусты быстро растут на солнечных местах. Хорошо смотрятся в групповых посадках, миксбордерах и отдельных оформленных розетках. Могут выращиваться в комнатных условиях. Гортензия крупнолистовая Адрия Блю – это многолетнее растение. Гортензия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гортензия крупнолистовая Адрия Блю можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. В качестве места выращивания гортензии прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает гортензия крупнолистовая Адрия Блю в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в голубый цвет. Интересные цветы гортензия могут быть до 15-30 см соцветия сантиметров. Лист этого прекрасного растения по форме эллиптический. Обратите внимание, что гортензия крупнолистовая Адрия Блю – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.